Беларусь сегодня отмечает День труда. 1 мая – праздник весны, День международной солидарности трудящихся. Эта добрая традиция объединяет многие поколения. Шествие сегодня сплотили белорусов в столице, районных и областных центрах. В Минске торжественные мероприятия начались буквально полчаса назад с возложения цветов у стелы «Минск. Город-герой». В эти минуты гостей праздника поздравляют представители профсоюзов, городских властей и трудовых коллективов. А затем в Парке Победы развернутся народные гуляния. В Бресте 1 мая знаменуется легкоатлетическим кроссом. В Витебске будут чествовать лучших тружеников. В Гродно пройдет парад профессий, а в Могилеве после праздничного митинга состоится концерт с участием финалистов конкурса трудовых талантов.